Сегодня утром в столицу Колымы прямо из Москвы прибыло два почетных гостя. Оценивать магаданские таланты в рамках конкурса «Звездопад» в этом году пригласили члена Союза театральных деятелей, доцента кафедры эстрадно-джазового пения Института современных искусств России Нону Чхетиани. Нона впервые посетила город Магадан и впечатлилась видами заснеженных сопок и уникальной природы Северо-Востока. Планами проведения мастер-класса для участников конкурса «Звездопад» Нона Чхетиани поделилась с вечерним Магаданом. Ну, я надеюсь, мы пообщаемся по основным каким-то базовым техникам вокала, о том, как это нужно делать, по идее, послушаем кого-нибудь, что-нибудь нам исполнит, попробуем это откорректировать, познакомимся поближе. Я все время говорю, что сцену надо любить, на нее нужно хотеть выйти, хотеть для того, чтобы что-то нам рассказать. Если вам есть что сказать, если вы готовы сделать этот музыкальный монолог, мы будем очень рады его услышать и оценить. Кроме мастер-класса, именитая гостья приготовила и другие презенты для участников конкурса. Те участники, которые являются выпускниками школы, да, то есть так по возрасту, я привезла даже гранты, то есть гранты на неконкурсное поступление в Институт современного искусства. Если вас это заинтересует, у нас три формы обучения. Мастер-класс для вокалистов начался с распевки. По ее итогам видно, кто из конкурсантов неверно выполняет упражнения. Но она подробно поработала с каждым, углубляясь в самые азы вокального мастерства. Встреча прошла в очень дружелюбной атмосфере, отметили конкурсанты. Это снизило уровень переживаний перед столь высоким авторитетом. Результаты проведенного мастер-класса юные вокалисты смогут продемонстрировать зрителю уже завтра на втором этапе 15-го городского конкурса молодых исполнителей «Звездопад».